Опачки, фантайм обновили, ничего себе. Прикольный спаун, летнее обновление, насколько я понял. Сейчас бы дюп найти и подюпать ресурсы. Стоп, так я же знаю дюп на фантайме. Вы скажете, Дмитрий, а ты обычный кит-стартер, и что же ты будешь дюпать? Во-первых, я теперь не кит-стартер, броню я выбросил. И сейчас э, вместе с вами мы будем дюпать ресурсы после вайпа на проекте Funtime и развиваться вместе с дюпом. Перед началом конкурс на трех герцогов. Если именно ты хочешь получить герцога от меня на халяву, тебе нужно всего-то подписаться на мой YouTube канал, поставить лайк данному видеоролику и в комментариях написать свой никнейм на проекте Funtime. Все действия я проверяю, лайк, подписку проверяю, выполняю все действия, не мухлю и получаю привилегию на халяву. А каждый, кто подпишется на мой телеграм-канал, гарантированно получит донат-кейс на проекте Funtime. Time. Ссылка в описании для развития с нуля. Мне понадобится какой-нибудь предмет для того, чтобы его дюпнуть и потом попродавать и собрать реально крутой себе инвентарь. Хотя, давайте будет развитие с полного нуля. Я вот эти все стейки оп, выбрасываем, и давайте какому-нибудь игроку, допустим, вот передо мной бегает. Вот ты стейки подобрал, я тебе еще дам а, мои начальные деньги. Все, я теперь на полном нуле, и теперь можно сказать, что это реально дюп после вайпа на полном нуле, с полного нуля. Вот короче, погнали сейчас какой-нибудь ресурс купим и далее будем его дюпать. Ах да, для дюпа мне понадобится еще одна функция. Кстати, где взять этот клиент, я покажу в этом видеоролике. Буду дюпать через дюп x10. Он позволяет дюпнуть 10 предметов. Допустим, вы берете там, не знаю, одну землю, у вас будет 10. Точно так же и со сферами, сталиками и так далее. Исключительно только 10 предметов на одного пользователя. Вот. Где взять этот клиент, тоже увидите. А сейчас мне нужен какой-нибудь предмет для дюпа. Я остановил свой взгляд на сфере Андромеды. Стоит она очень дешево среди всех сфер, если брать. Да еще и промокод сейчас заюзаем. Промокод у нас сборка. 3 рубля за сферу. Далее вводим свой никнейм. Вот, и именно сферу Андромеды мы с вами будем дюпать. Кстати, напишите, сфера Андромеды это в прошлом сфера Афины или же нет. Я пока выключу дюп X10. У меня 10 сфер Андромеды максимального уровня. Вот, за 3 рубля одну приобрел. Давайте перечитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, да, то есть как бы 9 предметов он дюпает, но делает суммарно 10. Если мы возьмем а, в руку любую абсолютно сферу, как вы видите, она нам дает эффект И теперь, теперь самое главное, что мы будем делать Мы будем продавать эти сферы, чтобы ни у кого никаких вопросов не было Чтобы это какие-то там визуальные, невизуальные сферы Вот, давайте мы их с вами продадим AESH а, Search, сфера Андромеды Посмотрим, сколько она стоит Вот, максимального уровня 9 миллионов, да Вот за 10 миллионов Давайте ровно за 9 миллионов выставим 9, раз, два, три, раз, два, три, 9 миллионов, оп, оп, погнали И теперь ждем, когда у нас их купят Я думаю продать все абсолютно вот эти сферы Так, у меня купили уже одну, еще одну Ну давайте будем по 9, я хотел снизить цену до 8 где-то примерно И таким образом мы сможем с вами собрать достаточно крутой себе сетик Допустим, сет крушителя и уже пойти пвп шица где взять дюб клиент который я использую в данном видеоролике для этого спускайтесь вниз в описании данного видеоролика и нажимайте на кнопочку еще разворачивайте описание и находите здесь надпись купить донат на сервере strong mine переходим сюда но покупать донат мы никакой не будем мы переходим на жителя в раздел market и здесь нас встречают различные привилегии на проекте really world fun time holy world и так далее но это нам ничего не надо мы листаем вниз и находим здесь дюб клиент вот они дюпы и вот он, Dub клиент версии 2.6. Нажимаем, вводим что-то рандомное. И сейчас, смотрите, самое главное, мы используем мой промокод Гавриленко. Он будет в описании. И он даст вам скидку 90%. Вот, когда вы его используете. Правда, у меня почему-то лагает. Но он вам даст, а, вот, смотрите, 90% скидку. За 46 рублей вы можете приобрести дюб клиент И что самое главное, перед покупкой, смотрите, ставим только одну галочку. Вторая галочка нам предлагает оформить подписку на StrongMine, на их сервер. Как раз-таки... Вот, Который есть в описании, но нам не нужен не нужна эта подписка, не нужен их сервер. Нам только дюб-клиент нужен, то есть, вторую галочку. Вот эту вот мы не нажимаем, оплачиваем, и все. Я думаю, снизить цену до 8 миллионов, давайте 900 тысяч. Может быть, так продажа пойдет лучше. Вот, или ту за 9 миллионов не хотят брать Хотя у нас на рынке Кстати, сфера Андромеды Давайте я вам покажу, что она действительно сюда выставляется Вот она, 8 900. Как вы видите, это настоящая сфера Она как бы тегается по серчу вот, то есть это абсолютно настоящая сфера, которая продается Я думал сливать их по 8500, но давайте я по 8 миллионов Все равно это дюпнутые сферы, какая разница вот по, 8, вот по 8 миллионов их забирают. Прямо активно. Это очень хорошо. Ой, чуть две сейчас сферы не продал. Они у меня стакнулись. Так, давайте в хранилище зайдем. Перевыставить предметы. Сразу же. Оп, оп. Смотрите, полетели, подлетели. И на балансе у нас уже 58 миллионов. Это очень классно на самом деле. Вот. И еще у нас три сферы на продаже, которые мы можем точно так же перевыставить. Ну, можно вот так вот перевыставить. Просто забрать. По 8 миллионов. Оп, оп, оп. И я думаю, в принципе, их... Должны прямо сейчас забрать. А, так, давайте. Вот, вот сейчас вот перевыставим. Ага, 37 секунд. Не можем мы перевыставить. Все, у меня уже приобрели абсолютно все мои сферы, сферы Андромеды. И давайте посмотрим, на каком же мы месте в топе с вами будем. По идее, сейчас топ обновится. Да, и мы с вами на третьем месте в топе по балансу. И давайте еще я вам докажу, что эти денежки мы можем с вами потратить. Давайте купим себе, допустим, шлем крушителя. Оп, за 10 миллионов сюда. Давайте покупаем. Быстренько. Нагрудник крушителя Тоже. Ну, не смотрим на цены. У нас все равно дюб. А, и теперь давайте купим. А... По ножи. Ну, полностью, короче, нужно собрать сет крушителя. Блин, вот по ножи на самом деле такие дорогие. Но ботинки крушителя, я не знаю почему. Может, потому что там, в принципе, чаров больше. Они дорогие. Вот, у нас полностью собранный сет. Давайте теперь возьмем еще Аэш Серч. Давайте меч крушителя возьмем. Вот, и пойдем с вами на ПВП-арену. Я покажу, что... Эти предметы абсолютно, ну как бы, Броня меня защищает, давайте для начала мы купим с вами, допустим, там, жареная-жареная свинина или жареная курица, ну, давайте вот так, без разницы, да, что покупать, вот, я даже не, а, за 50 тысяч, нормально, вот, давайте поедим, теперь отправимся на варп ПВП. Вот, и покажу вам, что данная броня не является какой-то там визуальной, невизуальной. То есть, сейчас я в фулл сете круша. Выйду вот сюда. И смотрите, если бы я сейчас был без брони, то есть, если бы она была визуальная. Вот, смотрите, я вот получаю... Блин, я не люблю, когда мне не показывается хп. Я получаю дамага по сердечка от топеров. То есть, мы с вами абсолютно наравне. Такие же топеры. Вот, давайте, иди сюда. Главное, чтобы у него не было трапки. Потому что, если у него будет трапка... Ну вот, как вы видите, короче, броня действительно рабочая, точно так же ломается. Вот, она никакая не визуальная, как и меч, как и э, средства. А это был дюб после вайпа, дорогие друзья. С вами был я, Дмитрий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и всем пока. Пока-пока, друзья.